1 июня, в День защиты детей, в детском саду «Дельфиненок» торжественно открыта детская игровая площадка. Этот забавный паровозик очень гармонично вписался в уютный зеленый двор детского садика, а неподалеку расположились удобные скамеечки-качели. Средства на оборудование игровой площадки выделили несколько известных измаильских фирм – «Бархан», ЧП «Беров», ЧП «Гала», а также родители малышей. Средства на оборудование игровой площадки выделили несколько известных измаильских фирм, а также родители малышей, посещающих дошкольное заведение. Каждая группа в честь праздника и начала летнего оздоровительного сезона получила спортивный инвентарь, игровые наборы для песочниц, игрушки. А дети, в свою очередь, приготовили для гостей праздника большое театрализованное представление. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».